Мы сейчас пишем вторую пластинку, и хотим, чтобы после песни «Ночью ты кричишь сильнее» появился еще какой-нибудь мощный такой хит, вот, то есть как готовим сейчас песни. И надеемся, что они будут не менее красивыми и классными, как ночью. Также выступаем активно, вот пользуясь случаем, приглашая на концерты наши в клубе «Б2» 5 октября концерт. Вот, пусть все читательницы журнала ЕС обязательно приходят. Скажите, пожалуйста, а что вот с вашим сотрудничеством с Олегом Нестеровым? Оно закончилось или теперь вы самостоятельный коллектив, или он продолжает вас как-то поддерживать и всячески поощрять вашу деятельность? С Олегом все хорошо, мы по-прежнему общаемся, по-прежнему дружим. Мы сейчас работаем над новым материалом, новыми какими-то музыкальными идеями, он нас поддерживает, мы... Как бы работать самостоятельно, естественно, но с ним делимся, он что-то предлагает, что-то советует. Какие самые дельные советы Олега вы использовали вот в своей работе? Какие именно советы его вам помогли особенно? Ну, самый главный совет, наверное, это оставаться самим собой, в любом случае, да, и когда, например, мы делаем какую-то песню, мы не приглашаем там каких-то, дядек, которые делают аранжировки, да, говорят, как нам двигаться, как нам исполнять песни, а мы делаем как бы все сами, это получается искренне и честно. И я очень рад и благодарен Олегу за то, что он как бы сохраняет в нас эту искренность и честность, которую я считаю, что слушатели также оценивают. А вот у вас были очень красивые видео в свое время, да, то есть и на песню «Что ночью ты кричишь сильнее», да, и был еще, по-моему, один клип, да, который вы снимали на море. «Больше океана», да, на, да, да. Куршской косе. Вот, да, в Калининграде. Вот скажите, пожалуйста, что будет с клипами к новому альбому, то есть есть ли какие-то планы уже, наработки, раз какие-то песни уже есть? Да, есть наработки, у нас есть песня «Города». Она посвящается такой, знаешь, дружбе, что ли, на расстоянии, да, дружбе, которая не знает границ. И есть также задумка клипа, это как бы съемки на разных средствах передвижения, в самолете, в машине, на поезде, ну, вообще везде, как бы, где возможно, да. И мы просто надеемся, что нам также удастся сотрудничать с тем же самым Владом Апельянцем, с которым мы работали, да, который снимал нам «Душу океана» и «Ночью ты кричишь сильнее», и с Глебом Орловым. Хороший очень тандем, мы с ними очень подружились, когда, собственно, делали клип на «Душу океана», вот, да, в Литве, на Куршской косе, в месте, которое входит в десятку лучших пляжей Европы и так далее, Балтийское море, в общем, красота. А вот скажите, пожалуйста, то есть понятно, что там у многих групп там музыка первого альбома, ну, сильно меняется по второму альбому, да? Вот скажите, пожалуйста, то есть что мы на этот раз услышим от группы «Друзья», то есть в каком направлении все это двигается? Мы хотим сделать этот альбом более танцевальным, более живым, потому что тот альбом у нас немножко в романтической такой, как бы в романтическом ключе получился. Несмотря на то, что «Ночью ты кричишь сильнее» более-менее динамичная песня, остальные были спокойны. На втором альбоме мы пытаемся делать совершенно другое, по-другому подойти к музыке, более танцевальную именно.